вот мы вышли. Аполлон смотрит первый снег. Он смотрит? Вот так его мы его одели его. Одни глазеночки торчат. Вот наш ЖК. Где мы живем. 27 октября точно. Спасибо, что мама так подсказывает. Да, октябрь. В Пятигорске сейчас плюс 26-27. А здесь снег выпал. Мы неделю назад там были, да? Две недели там просидели. Да. Вернулись обратно. Все, пойдем. Да. Вот так мы укладываем Аполлона спать. Каждый раз. Только в такой позе. Посмотрите на его лицо. Сама серьезность. И самое главное, чтобы работала вытяжка. Без вытяжки никак. Вертикально он не хочет спать. Точнее, горизонтально, да. Вот так вот проходят наши вечера. Маленькая сладкая булочка. Мы приехали купить кресло в машину, так как Аполлон уже не помещается в свое кресло. Долго искали хороший магазин в Москве. Мы советуем прямо этот магазин посетить. Здесь очень хорошее качество по недорогой цене. Сейчас вам все покажем.
Всем привет! Сегодняшний день у меня начинается с поездки в бассейн. Сейчас я вам покажу, как он, в принципе, себя выглядит. Сейчас по времени 6 утра. Занимает до бассейна у меня сейчас времени примерно минут 10, сейчас пока пробок нету. Утром самообладенно заниматься, потому что там вообще, в принципе, людей нет. Но это еще мы посмотрим, потому что сегодня в первый день только иду на бассейн. Про бассейн хочу сказать, что он в длину 25 метров и состоит из трех дорожек. Так что лучше приходить утром, пока там людей мало, чтобы можно, в принципе, там позаниматься, поплавать, а потом уже придут много людей, и там, в принципе, уже будет все позабито. Так что вот так вот. Сейчас я поеду, вам все покажу. Дорогу покажу, покажу шкафчики, там сам бассейн сниму немножко, если получится. Ну, в общем, интересно. Переезжают. Может, просто катается по Москве. Со своими вещами. Заехали в Вегас показать маме торговый центр. Теперь мама была в каждом Вегасе Москвы. Сейчас вам покажем. Thank you.
После зашли в твой дом посмотреть мебель и декор для дома. Кто еще здесь не был, обязательно посетите это место. Breeze that makes you high.